Приветствую всех любителей пошаговых стратегий, вы слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю на уровне сложности божество проходить Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm, ну или там New Frontier Pass тоже. За Маури ситуация не фонтан, прямо скажем. Да, кстати, если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии. Ссылка есть в описании к этому ролику. Ну а спонсоры все видео, все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Не фонтан, потому что у нас мало места для поселения. Возможно, я приплыл не к своей территории, фиг знает. Но я даже не могу представить, где тут еще могли быть территории именно для меня. Видите, тут конкретно мапучи, то есть такое ощущение, что я вот реально попал все-таки на свое место. Ну, типа, хоть какое-то место. Ладно, мы вышли в Золотой век, нам точно надо мапучи захватывать, но сейчас мапучи будет против меня иметь плюс 10 силы. Я беру, конечно, монументальность. Буду покупать поселенцев. Я думаю, что я даже... Так, давайте Тут можно поменять карточку. Я сейчас думаю, может мне поставить карточку на снижение стоимости. Да нет, надо строителей стоить. Может, снижение стоимости вот покупки клеток. Но нет. Так, юниты я сейчас пока... Я уже построил какое-то количество юнитов. То есть сейчас я на Мапуче, естественно, в Золотом веке нападать не буду. Я думаю выйти... Так, вот тут пастбище, естественно, надо обработать, чтобы быстрее верховая езда пошла. Так, все-таки куплю тут клетку, пока не буду менять там. Ну, остальные сами добавятся, когда я тут обработаю. Не понял. О. Прикол, не сразу добавилось. Сейчас вот эти клетки добавятся. Потом я обработаю рыбу, и потом я обработаю еще крабов. То есть я этим рабочим именно эти три клетки обрабатывать буду. Так. Верховую езду я сейчас ускорю. То есть я бы вышел во всадников. Вопрос только так. Я ускорю на 6, то есть где-то... 5 или 4 ходов мне надо будет. Есть ли у меня что-то открыть? Да, есть мистицизм, если что. А, блин, мне трудовую повинность в любом случае надо через мистицизм, да? Ну, наверное, вот прямо сейчас я пока не буду ставить. Блин, специализированный райончик. Хорошо, а где у нас может быть гавань? Вот здесь. Давайте-ка мы в гавань сначала. Блин, слушайте, ну мне ж и лошадей надо... На самом деле. Ну, то есть, если я одну всадника построю, я тут буду точно уверен, что мапуч меня не возьмет. Даже несколько, хорошо. А коляски я не открыл. Для колясок мне надо железо обработать. Вот тут, я следующим ходом. Блин, слушайте, может мне все-таки поставить карточку? Да, блин, и строители на покупку клеток. У меня, в принципе, нормально, вход золота идет. То есть, можно и без карточки. А с другой стороны, нафига мне еще рабочие? Давайте подумаем. Вот я сейчас тут обработаю оливки, так? Потом пойду вот этим два заряда. Пойду еще хлопок обработаю. Эти у меня двумя зарядами тут обработают. Значит, этот хлопок, а потом еще сюда пойдет кофе, так? Это обработает лошадей. Потом железо. Да мне, слушай, мне рабочие не нужны. Серьезно, можно поставить на покупку клеток. Производство в городах? Нет. Пси. Реально. Так, лояльность, наверное, пока все-таки оставлю. Я, наверное, следующий. Или поставить хотя бы антикавалерийских. Давайте я все-таки антикавалерийских поставлю. Тут поднастрою еще юнитов. Значит, здесь амбар, монумент,
Кампус. Кампус. Этиминанки. Кстати, этиминанки вот здесь вообще офигительно встало бы. На всех плюс две науки и производства. Слушай, ну обычно ее любят строить. На всех болотных клетках в империи вообще. Слушайте, а может мне попробовать? Блин, очень хочется попробовать. Давайте я попробую. Семь ходов. Если нападет на меня Мапуче, да, с какими тормозами, мне кажется, надо ЦУ перезапустить. В общем, я надеюсь, что эти минанки. Так, я так понимаю, что нету у меня пока на чудеса. Мне бы, конечно, ну, по-моему, здесь тоже. А, не, вот барщина в трудовую повинность. Ну, точнее, надо трудовую повинность открывать. Ну, правда, 5 ходов, мне кажется, эти минанки и так. Но если я смогу построить на моем этом месте, это будет очень, очень неплохой буст для меня. Блин, сколько тут леса. Мне реально надо Мапучи как-то захватывать. Слушайте, это даже не столица у него. То есть столица тут очень быстро успела расселиться, видите? Все-таки, возможно, это вот реально для меня место было. Если бы я немножко раньше как-то... Ну, как раньше? Я, по-моему, как можно быстрее, в общем-то, там оказался. Опасаюсь я прям сильно убирать дуболомов. Я бы их все-таки подвел к себе и тут как-то занялся битвами. Так, раз я убрал карточку со строителей, наверное, стоит какие-то юниты поднастроить. Давайте еще одного дуба. Или даже копейщика. Ну, у Мапучи, по-моему, дуболомы и копейщики. Мне кажется, нету смысла мне копейщика строить. То есть либо воина, либо пращника дальше. Давайте, пожалуй, воина пока. И пройдемся по городам. То, что надо, обрабатывает. Так, тут мы железо выкупим. Следующим ходом, наверное. Не, ну пока норм. Хочется все-таки тут еще город поставить, но очевидно, что лояльность вообще не позволит. Это я в Золотом веке. То есть явно монгол... Китаец. Китая-монголец. Монголо-китаец не будет тут ставить город, потому что пройти не может. А вот Мапуче, возможно, поставит. Кстати, я могу еще заповедники подумать. Над заповедниками немножко. Наверное, пока все-таки не меняю. Сейчас посмотрим, сколько лошади будет открываться. А почему я на гавань переключил все-таки? 5 ходов. Трудовая повинность 3 хода. Давайте, пожалуй, лошадей все-таки вначале. Мне надо будет несколько лошадок построить, а потом я уже гавань буду делать. Слушайте, а может мне объявить войну Колумбии и подтянуть... ой, объявить войну Мапуче и подтянуть Колумбию? У них не очень хорошие отношения. То есть, если я объявлю войну, а потом, чтобы он присоединился к войне. Так, и есть ли у меня возможность перекупить Ереван? Нет, не получится. То есть, видите, сейчас... я не помню, сколько ходов дается в ГГшках. Юниты на 15. Ну, они уже ходов 5 как минимум, да? Войска Еревана у Мапуче.
что пока терпим. Но ощущение, что следующим ходом, по-моему, Мапуче может мне объявить войну. Так, давайте-ка мы тут защитим на всякий... Блин. Ну и, слушайте, если он его захватит, я его отобью обратно этим скаутом. Ладно, буду тут держать тогда пока. Так, а панга растет. Давайте, наверное, все-таки куплю здесь уже поселенца и сюда поведу. Кстати, конечно, не фонтан город. Может, я тут что-нибудь найду? Хочется верить. Но поселенца в любом случае надо покупать. Тут же три жителя. 95. Нормально. Да, Мапуча, кстати, классно расселился. Но, с другой стороны, вроде как города нормально берутся. Не знаю, если ситуация сложная. По мне так. И меня вот смущает, что я тут город не могу поставить. Тебя тут еще город поставили, я вообще себя уверенно чувствовал. Так, наемники ускорили. Давайте глянем, где они, если что. Далеко. Тут, конечно, вот у них классные территории. В сравнении с моим. Ну, тут, видимо, столица должна быть. Так, ну Мапуче пока объявлять войну мне опасается. Смотрим, что по ресурсам. Нефрит с Колумбией можно торгануть. А пишет, что у него два. Я так понимаю, что красным отмечено это вот в моде, если они продавать не хотят. Так, стоит у меня, да, стоимость покупки клеток на 20% меньше, поэтому мы выкупаем железо. Сейчас увидим, где у нас мечники. А, еще и колесо ускорил, кстати, вот это классно. Мечники, вот. И вообще, вот тут моя основная. Так, мне надо бы колесо открыть. По-хорошему. Ладно, Мапуче пока как-то войной не объявляет. Мне водяная мельница точно нужна. Подожди, а точно ли она мне нужна? Вообще у меня нету ни риса, ни пшеницы, ничего там еще. Бонусные ресурсы улучшены фермами. То есть это я максимум смогу кукурузу, если только... То есть, я думаю, не нужна мне водяная мельница, я думаю. Лучше всадников открыть. Действительно. Так, куда мы этого дуболома? Давайте сюда. Тут контролировать все выходы, заходы. Так, этот у нас поселенец поплыл пока к островку. Ну, тут не выглядит, что тут что-то может быть. Возможно, что-то может быть здесь. Поэтому я сюда и плыву дуболомом. Посмотрим. Так, и вот эту тоже. Четвертый радиус. Блин, а я думал в третьем. Ладно. Жаль. Кстати, на самом деле жаль. Ну, давайте тогда попробуем вернуться и вырубить этот лес. И... Так, кампус, видите, сюда ставится, значит, что я лес могу вырубить. Тогда, наверное... Плюс 5, да? Да. Тогда, наверное, мы пропустим один ход. Я вырублю этот лес и сразу кампус поставлю. Тут производства вообще в этом городе нету.
Ну, как говорится, что поделать. И сколько будет кампус строиться? 48 ходов. Не, подожди, тут нету производства, потому что он вот тут включился на эту вот штуку, потом переключится на этот... Ты можешь мне купить клетку, посмотреть, что здесь вдруг... Здесь хоть какое-то производство будет. Понятно, что я кампус сюда не буду ставить, все-таки плюс 5 это плюс 5. Но мне не хватит деньги купить, выкупить эту клетку. Хотя бы одну из этих. Давайте. Какую? Давайте эту. Блин. Ну ладно. Зато нету больше надежды на производство нормально. Может мне вот этот хлопок передать Апанга? Ну сейчас он вырастет следующим ходом. Так, тут я все равно откладываю производство. Здесь у меня два хода до коней. Я думаю, можно все-таки прачника тогда. Воинов достаточно, прачника. Так, и тут производство откладываем. Что у нас здесь? Могу ли я как-то ускорить? 5 ходов. Все равно 5 ходов. Ничего нового я тут не могу поставить. Я еще поставлю эту карточку на 15%. И... Так, это у нас 3. Может, за 4? Ой, блин. Колумбия... Теперь я Колумбию не смогу, если что... Блин, эти минанки построили все-таки. Ну, я так и знал, что кто-то там неизвестный игрок. Эх. Жаль, было бы очень круто, да, эти минанки здесь. Просто было бы супер. Так, Колумбия еще кого-нибудь тут встретила вообще? Да, еще какой-то неизвестный игрок, и с ним у него хорошие отношения. Так, вот и столица. Ну, красиво у Мапучи все. Красиво, ничего не могу сказать. Мне очевидно, если я буду с ним воевать, надо будет брать на Агамапу, а потом сразу на столицу идти. А потом уже дозабирать эти... города. Ну вот и что мне обрабатывать этим рабочим? Так, ну тут я вырублю лес, как я говорил. 11 ходов кампус. Ну жалко, что, конечно, лес приходится удалять. Ну, блин, кампус плюс 5. Понятно, что это надо ставить. Не, пока пускай тут на рост. Он вырастет еще до 4, тогда можно ему будет отдать. Так, а тут у нас что с кампусом? Ну, вообще, вот тут плюс 2, например, да? Или здесь в ромашке где-нибудь. Может, тут военный лагерь построить? Вот сюда. Давайте, наверное, военный лагерь... Ну, прачника доделаю. Так, подождите. Неужели ничего нету здесь? Неужели придется вот на эту фигню ставить город? Так, лес не трогаем. Тут могу шахту сделать. Давайте, наверное, сюда шахту сделаю. У меня вообще как-то с производством не фонтан. Один ход сам добавится, отлично. Не будем тратить деньги. Так, что здесь? Рост, интересно. Тоже кампус, интересно. Ну, у нас как бы производство сохранилось. Колосс, жалко, не могу. Давайте, наверное, кампус поставлю. Священное место точно не надо. Военный лагерь я все-таки в том городе. Скорее. Давайте, кампус пока на плюс 2. Я сейчас еще прокачаю пингалу на науку. И, в принципе, у меня по науке будет как у Мапучи примерно. У него, правда, и культура не слабенько идет. Так, и Хабилай меня осудил. Всем я не нравлюсь. А вот и война с Мапучи. Так...
Не сказать, что это было неожиданно, да? It is equally important to have a happy and engaged workforce as it is to have a profitable bottom line. Так. Теперь я ставлю на создание кавалерии. Удвоенный опыт, 100% против варваров. Нет, давайте создание кавалерии. Уменьшение стоимости покупки. Ну, чудо я уже точно не строю. Золото, производство во всех городах. Блин, дайте я подумаю. Да, уверен, что хочу закрыть. Оборонительную тактику. Мне бы, конечно, оборонительную тактику сейчас надо открывать, потому что здесь плюс 6 к обороноспособности и плюс 100 при строительстве оборонительных зданий. Но у меня стены не открыты. И я бы сначала открыл... Ну, слушайте, это 4 хода. Каменоломню я никак не ускорю, да? То есть, ну, каменоломню мне просто негде строить. Давайте посмотрим. Видите, какое тяжелое поражение. Мне надо быстрее... Давайте я этого дуболома верну на всякий пожарный в столицу. Так. В шахту. Построено. Так, тут мне будут убивать моего дуболома. Хотя как будут? Сначала отдадут мне рабочего. Нормальненько, мапучи, так... Без рабочего пока. Блин, у Мапучи такая... Сколько территории, да? Но у него примерно ходов 8. Вот эти будут юниты из... строить военный лагерь. Не строить. Сколько он ходов? 5. Мне кажется, что лучше юниты построить. Хорошо, а где у нас лучник? Здесь 3 хода. Так, давайте я сначала открою лошадей. Это чтобы точно быть уверенным, что у меня будут какие-то сильные юниты. Так, тут меня может протаковать только этот дуболом этого дуболома. Поэтому, наверное, сюда пращником выйду. Что же строить? Я бы лучше юниты строил. И мне бы пращником кого-то убить, но это будет реально тяжело при плюс 10. Давайте я покажу, что... Он плюс 10 против цивилизаций, находящихся в золотом веке. Вот и все. Военный лагерь 5 ходов. Но мне через 2 хода уже лошадь надо. Знаете, давайте я, наверное, его начну строить. Просто начну. Да, вообще нету никакой земли. Ну, прям даже интересно, где игра предполагает, где я должен был города свои ставить. Офигеть, мое обещание было нарушено. Все мои города... И вот это, вот это тоже так раздражает. Почему не делают? То есть я на своей территории держу войска. Я нарушил обещание, оказывается. И эта тварь на меня напала при этом. Я правильно держал тут свои войска. Но я нарушил обещание. Так, ну я оборонительную тактику, несомненно, открою. Хотя бы иметь плюс 6 к обороноспособности города. Виктора не буду брать. Все-таки буду Пенгалу прокачивать. Мне тут наука важнее. А это плюс 6 к науке. Даже больше там за счет процентов. Сейчас еще военный кампус достроится. Меня просто беспокоит, что тут могут сейчас юниты именно на столицу пойти. А, слушайте, тут надо... Значит, я поставлю на лошадей, на кавалерию. А что ж мне здесь поставить? Чудеса нет, это нет. Ну, давайте просто производство тогда. Ой, сейчас больно бить будут лицо.
Знаете, я поторгую, но не сейчас. Я пока просто не понимаю, сколько мне денег надо. Ну, я еще просто даже не вышел куда-то. Так что нет. Так. Ну, по-моему, я не могу попросить Колумбию вступить в войну, потому что он меня осудил. Когда у вас осуждение, вы ничего не можете попросить. А жаль. Мне кажется, колумбийцу было бы выгодно повоевать тут. Блин, меня вот, знаете, в чем что смущает? Мне кажется, сейчас он моих пращников вполне может ваншотать. Поэтому я бы на самом деле не подходил сюда. Ну, потому что мощь рукопашной 5. А у дуболома мощь в рукопашной. Блин, какая? У дуболома мощь в рукопашной 20. И плюс 10, как мапучи, и у него еще заслон. У него, короче, 36. У него практически мечники, если не больше. У него реально мечники. Мне поэтому и нужны всадники, потому что это как раз та же самая сила будет. Я, кстати, двух всадников могу сделать. У меня хватит лошадей. Поэтому я бы пращников ну, отводил просто. Вот тут можно проатаковать, потому что он уже раненый. И он, скорее всего, будет моего воина атаковать. А тут надо отходить. Вот я не знаю, может он мою дорогу использовать, чтобы вот в данном случае переправиться. Она тут нейтральная. Тут я отложу производство, чтобы всадников начать делать. Ну ладно, сейчас давайте я еще раз тут точно посмотрю, что нету ничего, да. И у меня больше негде селиться. Представляете? Я, в принципе, вроде так неплохо уже посмотрел все вокруг. Я, наверное, удалю этого рабочего. Или поиспользовать его как этот. И он быстро, он далеко бегает, в принципе. Ладно, давайте как скаута попробуем поиспользовать. Тут, наверное, пограблю священное место. Ой, сейчас мне не дадут ничего тут пограбить. Да, ну короче, тут у Мапучи еще место есть для расселения, если его не подселит Колумбия. Да, вот этот хлопок спокойно можно передать Апангу, потому что у этого города есть где еще производство взять. Блин, как бы мне. Мне, конечно, в лучников надо выходить. Как бы мне ускорить лучников? Проблема, что очень тяжело обстреливать эти юниты. Очень сильные. Ладно, откладываю тут производство. Заканчиваю ход, пожалуй. Я думаю, разграбит мне караван, скорее всего. Ну, кстати, я буду доволен, если он разграбит караван, а не проатакует. Да, хрен с ним. Убили мне тут дуболома, но я сам пожадничал, типа пошел грабить священное место. О, просто повысили плодородность, ничего не произошло, отлично. Ну, в смысле, ничего плохого. Так, всадников здесь. Два хода. Отлично. Здесь три. Я бы вообще военный лагерь, хотя стен нету. Не, давайте все-таки всадника тут. Так, он проатаковал пращника. Блин, жалко. А давайте попробуем вот так поменять местами.
Да, вот так поменять. Блин, проблема в том, что... Давайте я вот сюда лучше. По идее, это зона контроля. Да, вот сюда надо встать воином. Почему не сюда? Потому что здесь минус 2 к обороне, видите? А здесь нету в пустыне. Теперь я этого сюда передвигаю. Не убиваю, к сожалению, блин. Тогда может этих местами поменять? Видите, чуть-чуть не хватает. Давайте местами поменяю. Постоим. Мне кажется, тут не должна дорога использована быть. Так, значит, в лесу он не убил его, да? Тогда и тут не должен убить. Через реку. Ну, ваншотнуть я имею в виду. Тут стоим в защите. Да, нифига. Ну, ладно, возвращаемся на помощь нашим юнитам. Говняный город, конечно, будет. Какие-то мапучие места. Ух ты, Хатуса. Политическую... Ну, давайте, наверное, после оборонительной тактики я, пожалуй, возьму... Пойду в политическую философию, конечно. Плюс я еще тут пингал. Ну, видите, у меня 23 науки благодаря большой столице и прокачке пингалы. То есть я не отстаю от мапучи по техам. Еще я поставлю карточку на оборонительную тактику. А, блин, мне тогда уйдет карточка на лошадей. Ну, надо ставить на оборонительную тактику. Хотя, с другой стороны, пока город не атакует. И там еще будет 4 хода до политической философии. Ладно, тут надо подумать. Я тут подумаю еще. Тут я чисто как исследователя использую рабочего, потому что один заряд у него остался. И я тогда... Давайте я все-таки сюда скаутом пойду. Может, ему нагажу где-нибудь. Так, ну у меня 2 посла. Вызвать озарение для строительства. Это водяную мельницу. Открытый, но не имеет улучшения. Но у меня и железо, и лошади есть. Так что не так, чтобы мне Хатуса прям сильно нужна была. Поэтому, пожалуй... Я бы, конечно, хотел Ереван перекупить, чтобы Лаутару юниты ушли, но не получается тут. Ладно. Давайте... О, слушайте, что, серьезно, стрельба из лука один ход? А, это я за счет пингалы. Блин. Ну, она же может быть ускорена, да? А с другой стороны, я сейчас могу открыть и апнуть сразу своих прачников, и с луками тут уже попроще. Давайте, давайте луки откроем. И нельзя тут, потом уже гавань, нельзя тут откладывать, это... Ну, давайте, наверное, потом в то этого пойдем. Я просто почему не хотел идти в то? Он тоже 36, типа, и минус 5 к боевой мощи соседним юнитам. Потому что это не ускорено. Мы тут много науки будем терять. Тут-то один ход в любом случае. Блин, или сразу в то идти. Водяной мель. Блин, мне так жалко. Ну, водяная... Слушайте, ну, водяная мельница, она ускорит на 2 хода открытия. Но я могу ее построить только в этих двух городах. И буду ли я сейчас вообще гавани строить? Короче, давайте сначала лучников откроем, дальше я решу. Мне кажется, все-таки надо колесо будет открыть. Так, 2 урожайности. Давай... О, производство добавилось здесь. И здесь, видимо, да? Или это и так в городе производство? Вот, а, еда тут добавилась. Тут производство, тут еда. Ну, производство хорошо, что добавилось. Так, вот теперь мы передадим эту клетку Апанга. Угу. Мне кажется, могут ваншотнуть этого прачника, у меня такое ощущение. Нет, убили мечника.
Ну это два дуба... То есть два дуболома, мапучи под золотым веком, убивают одного мечника, одного дуболома вообще без проблем. Нет, это я не буду принимать. Там еще раз затопление, что ли, или просто ушла речка? Так. Обороноспособность. Давайте думать. Вообще, вот этот может... Нет, или не может город проатаковать. Вот этим я, пожалуй, убью такие. А, не убивается. Да елки-палки. Так, тогда этого точно апаем. Этого точно апаем. Тут отходим. Ну и, наверное, этого апну. Так, ну вот этой уже можно драться хотя бы. Я вот просто думаю, ставить ли мне карточку. Блин, три хода стало. А тут два. Наверное, надо отменить тут лошадей. Но мне нечего тогда другого тут ставить, строиться. Вот же ж, блин. Так, давайте я город поставлю, и там подумают пингалу на культуру. Город ставим. Надо ли мне здесь монумент? Я думаю, что нет абсолютно. Ну, то есть, эти клетки тут что-то не будут покупаться. Я бы здесь амбар начал. Рабочего сразу купил бы. Собственно, три вот этих вот я обработаю. После амбара гавань. Смотрите, а там варвары по эльмапу берут. Конечно, я могу, кстати, варварам еще баблишко заплатить. Сколько они хотят? 142. Хорошо. Мечников за 107. Кстати, вот это интересно. Давайте мы апнем лучников. У меня еще, собственно, одного останется апнуть. И покопим. Хорошо, а что я тут могу поставить, кроме... Просто обороноспособность городу, чтобы меньше атаковали. То есть это будет 32 сила, понимаете? Ну, наверное, надо. Наверное, надо. К обороноспособности. Я там уберу всадника, буду в столице его строить. Так, видите, 4 хода. Это мы убираем всадника. Военный лагерь я тоже сейчас не могу строить, я его уберу. А, они не вернулись. Блин, лошади-то не вернулись. Ну, придется достраивать тут тогда. Жаль. Да, раз я начал строить, видимо, он уже считается потраченным. Храм Артемиды я вообще нигде не могу, да? Нет у меня лагерей. Хорошо. Что я в следующем? Давайте все-таки, наверное, тогда колесо. А где мне военплен? Вот тупо, я бы тогда здесь делал водяную мельницу, а здесь всадника. Ну а смысл мне тогда колесо открывать? Я просто не ускорю никак. Стены. Какая... Что, через два хода я могу что-нибудь поставить, чтобы... Да, политическую философию. Давайте, наверное, стены, а потом уже мой уникальный юнит откроем. Я через два хода могу поставить карточку на плюс 100% к производству. К
Я что-то не вижу, чтобы обороноспособность города повысилась. Я первым в мире использовал лошадей, ничего себе. Вот это неожиданно. Ага, там у нас варвары. Да, ну тут как бы сложно все-таки мапучи расселиться. Ну, знаете что, я реально, если я заберу мапучи, у меня будет все очень неплохо. На самом деле. Так, ну и что мне тут строить тогда? Садников я там строю. Юнитов мне... Ну, не знаю, еще... Еще воинов, может, правда, без карточки. Амбар. Вообще амбар имеет смысл в столице, да, давайте амбар. Я пока думаю, что мне юнитов достаточно. Вот из того, что я вижу, все не так уж плохо в плане отбиться. Тем более, он, видите, как разрозненно все меня осуждают. Блин. Как он разрозненно юниты подводит. Компьютер, я имею в виду. Так, тут не хватает жилья. Переключаемся на производство. Добиваем этого. Тут апгрейдим. Атакуем. Наверное, даже отойду. Вот отсюда буду стрелять на всякий пожарный. Ну, компьютер, конечно, атакует бездарно, несомненно. В данном случае, потому что человек бы вот в такой ситуации меня бы уже снес. Это к вопросу, зачем банить мапуче. Пришли дуболомы силой, как мечники. То есть те можно вот поставить три города, нафигачить дуболомов, прийти и убить соседа. Ха, тут, Мисези, тут мечники варваров нагибают кое-кого. Я, наверное, вот сюда пойду, высажусь, разграблю скот. Или, подождите, там разграбление дает... Здоровье или деньги? Вот вопрос. Так, давайте глянем, что мы можем торговать с кем-нибудь. Не с кем-нибудь. А, гипс. Гипс есть. И 4 нефрита. Ну, может, все-таки уже есть у него конкретно? Есть, отлично. 18 золота в ход хочет за свой нефрит. А чё такой жадный? Фига себе. Хорошо, а Китай? За гипс. 8 золота в ход. Слушайте, ну это много. А почему у меня дипломатических очков нету? Или я не могу торговать за типа... Нет, нету дипломатических очков, ничего себе. Прикол. Хорошо, какое у меня счастье? Плюс 3. Ну, вообще, это плюс 5%. Не, даже плюс 10. Ну, я бы хоть один ресурс да выцыганил. Давайте я, наверное, с Китаем. Давайте я ему 2 ресурса предложу. Вот так. Вот. Вот это уже можно. А там нефрит тоже за что-нибудь потом попробуем. Так, плюс 4. Плюс 3, плюс 4 одинаково, видимо. Это экстаз у нас плюс 5, видимо, будет, да? Да, экстаз будет плюс 5. Да, слушайте, как сложно-то.
Самая сложность именно в Мапуче. Не то, что ты Маури, у тебя три города, а то, что у тебя Мапуче, блин, атакует. Тяжело. Ух ты. Да ты больно по моему лучнику бумкнул. Так, ну теперь, что мы берем? Ну, видимо, олигархию. Хотя это тоже античный республик, но сейчас в войне нужна олигархия, несомненно. Так. Собственно, строительство оборонительных зданий. Стены я открыл. Не хочу послов отправлять пока. Юниты. Может поставить на всадников или... Ну, там один ход остался. Лошади через два хода. Но я, наверное, не буду уже... Я бы поставил... А что я дальше открывать буду? В плане, я хочу дальше открыть вот мой уникальный этот, да? То есть, стоит ли мне ставить... То есть, так, я пойду, да, 4 хода. А в культуре у меня 4 хода. Исторические хроники. Кстати, я намного быстрее. Сейчас ускорение будет следующим ходом для исторических хроник. Военная подготовка... Ну, кстати, я бы пошел, наверное, военную подготовку два хода строю. В принципе, не надо мне пока ставить карту. То есть карточку я могу поставить вообще в любой момент сейчас на мои юниты. Там один ход, наверное, будет открываться. Поэтому здесь на оборонительные здания ставим. А сюда, пожалуй... Ну как-то что-то на деньги надо. Может, содержание тогда юнитов? У меня на юниты должно много тратиться. 6. Давайте содержание юнитов. Так. Теперь. Подходим. Обстреливаем. Обстреливаем. Ты не сдох. Убиваем. Тут стоим, лечимся. Вот два раненых, мне кажется, не должны дуболома убить. Да блин, что? А, это Колумбия, господи. Один, похоже, были юниты, мне казалось, что меня мапучи везде окружают. О, у них плохие отношения с мапучи. А кто свою... Кому попку надерут, а? А? Какую мапучищескую попку надерут скоро? Колумбийцы. Мне кажется, вот тут она где-то спрятана. Так, амбар я тут завершил, значит, стены. Всадники появились. Ну тут я все-таки... Хотя и тут, наверное, сначала надо стены, а потом военный лагерь. После всадников. Мужчина, дела, давайте на производство переключу. Великую библиотеку, статую Зевса Клеопатра построила. А что, у тебя там с кем-то проблемы? Нет, вроде. Все путем. Мне бы на самом деле выйти в нормальный век. Нет, не убили, видишь, о, слава богу. Нормально, работаем. Выйти в нормальный век. О, вернулись юниты Еревану, видите?
Знаменит образованностью своих жителей. 30 науки. Отлично. Ускорение. Так, давайте, наверное, исторические хроники. Два хода и два... А, и, собственно, два хода до моих этих. Да, давайте исторические хроники откроем. Там можно будет соседство кампусом поставить. Кайф. Так, здесь... Ну, тут я лучника апну. Могу я конем как-то этого парня проатаковать? Или лучше этого убить? Наверное, этого лучше убью. Так, этими всеми стоим. Это очень хорошо, что... Я понимаю, что Ереван может меня тоже атаковать, потому что я с ним в войне. Но у Еревана нету плюс 10 против меня, в отличие от... того, когда эти юниты под руководством Мапучи. Отлично, везде повышение. Этого лучника спасаем. Фуф, ну кажется, все-таки от Мапучи мы сможем отбиться. Ему, конечно, по-хорошему надо было с Колумбией воевать, а не со мной. Но компьютеры настолько странные ребята. А, веру даст. Хорошо, ограблю. Так. Какие у нас доступны пути? Я просто думаю, я хочу сейчас за веру, наверное, купить... караван. Но думаю, может все-таки его на деньги куда-нибудь отправить. А не на вот, а не внутренний. А на деньги у нас из столицы в Пекин, да? Блин, я боюсь, что он по суху будет идти где-то вот тут. То есть могут опять ограбить. Ну, кстати, и в Шиньян тоже. Ладно, давайте я в столицу куплю караван. Явно я в Китай отправлю куда-нибудь. Тратить деньги, не тратить. На что вот мне тут еще осталось тратить деньги? Ну, я могу апать дуболомов. По-моему, они же в мои уникальные юниты, да, апгрейдятся? Да. И эти не требуют железа. И у меня раз дуболом. И у меня, по-моему, только два дуболома осталось, если меня... Да, два дуболома. Блин, может мне пока еще дуболомов поднастроить и не тратить деньги, чтобы в них... Ну, три хотя бы этих сделать. То есть тут воин два хода строит, то есть три в итоге, да? Здесь сколько? Амбар, древние стены, тоже три. Блин, я бы воинов, наверное, построил. Я все равно карточку там поставлю на эти юниты, понимаете? Да, давайте так и сделаю. Интересно, сколько они будут стоить в апгрейде, вопрос. У них 120 производства, а у мечников 90. Ап в мечников стоит 50. Это значит, что ап в этих ребят будет стоить что-то в районе 70. Мне надо деньги копить. Поэтому не зря я купил караван, чтобы отправлять. Ну, может, мне тогда двух воинов и хватит? В принципе. Ах ты ж черт. Серьезно, он квадрирем поднастроил? Господи. Это, конечно, очень странно. То есть Мапучи вот здесь построил две квадриремы, чтобы обстреливать моего дуболома. Ну ладно, не буду скот грабить, так уж и быть. Но это просто трындец какой-то.
142 у меня, 291 у Мапуче, 443 у Колумбии. Мапуче, ты не думаешь, что он тебя сейчас реально надерут по попочку? Так, наверное, здесь встану лечиться. А, не, все-таки по морю идет. Хорошо. Ну, тогда в Пекин. Что и наука, и вера. Так, откладываю. Навигацию по звездам строю. Тут, значит, не трачу деньги пока. Жду. По идее, он сам, видите, через 5 ходов добавит эту клетку. Ну и тут, тем более, пока еще два жителя, ему достаточно этих. Да, тут еще и варвары осаждают Мапучи. Но воевать он решил со мной. Где мозги? Нету мозгов. Почему? Потому что программисты Фераксис не завезли мозги компьютеру. А, тут растет, окей. Тут чисто производство. Ну, что поделать. Да, но мне надо будет не забыть леса высаживать. Я понимаю, что я... Уже есть способность высаживать леса, и, в принципе, для Маури это круто. Только это очень где-то далеко пока. Так, и тут тоже чисто производство. Потом начну военный лагерь строить. У шумеров 76 науки вход. Всех остальных пока не так весело. Ну, я радуюсь, что у меня со всеми остальными я на одном уровне примерно нахожусь. Я даже, кстати, не последний по техам. Так, ну что, там Колумбия случайно туризмом внезапно не может победить? Нет, я думаю, не может. Ну, а на этом пока все. Продолжение, наверное, увидите завтра. А спонсоры канала могут прямо сейчас поискать во вкладке «Сообщество». Спасибо им, кстати, за поддержку. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!